Каменске-Уральском в 2 часа ночи местный 46-летний, в прошлом судимый, а в настоящем набуханный мужчина из охотничьего ружья «Сайга 410К» расстрелял окно развлекательного центра «Мираж», что на улице Суворова. Вроде пьяный-пьяный, а смотрите, как кучно клал снаряды. Ну, правда, сообщается только о его состоянии, но не о расстоянии. Почему он стрелял именно в это окошко, стрелок объяснить не смог. После расстрела невиновного стекла он сел в свой серебристый бездорожник Nissan и стал перезаряжать ружбайку. Охранникам развлекательного заведения показалось в потьмах, что снайпер на Nissan отъехал. Однако полицейские, осмотревшие парковку возле «Миража», обнаружили тот самый бездорожник с бухим клиентом внутри. И, кстати, с заряженным ружьем на коленях. При других раскладах ранее судимый стрелок мог начать шмалять по полицейским, ибо уголовники ментов недолюбливают, особенно по пьяни. Но этот стрелок оказался тихим. Он послушно вышел из Ниссана, отдал «Сайгу» и поехал в ВОП. Выяснилось, что документов на ружье у него нет. И вообще, эта «Сайга» не проходит ни по одной полицейской базе. То есть непонятно, откуда она, кто ее хозяин, как она попала к этому стрелку. Пока он отпущен на волю под подписку. Пока ему вырисовалась только административка за отказ от медосвидетельствования. Ну, читай, за пьяное нахождение за рулем. Но в дальнейшем не исключается и уголовное преследование за хранение оружия и за хулиганство с этим оружием. А за это могут лишить прав не только водительских, но и гражданских.